Так, что там уже? Лобби есть, все есть, да? Все есть, да. Они уже все зашли почти. Кайф. А мы? А мы пока только нас двое. Ну там Айс доигрывает паблик, он сказал. Вот люди любят рисковать, паблики стартовать перед этим. Да, да, я удивился. А если затянется, то типа... Ну, если что, ливнет. Да, там долгий паблик. Так, ну чё, поехали, блин. Всех дождемся. Так. Здорово, здорово. Здорово. Здорово, здорово. Я зайду в лобак. Здорово. Здорово. Здорово, здорово. Я думал, у нас вчера дискуссия была жесткая. Вы видели, что? Ну, ладно. Да, да, я на кейке стриме смотрел, что там. Это уже и посты уже сделали, уже все. Я вообще не думаю, что мы вчера что-то плохое сказали. Да не, мы, люди подумали, что мы там из разряда срались, там я говорил, или Дан там вообще говнюк, он говорил, что ты, я там лоу-скин. Не, мы просто, ну, как бы решение игровое было, и вот все. Пообсуждали, подискутировали. А там в Next игре после их обсуждения на PUBG с Мидасом пошел он играть. Да? Да, ты не видел, что ли? Не, не видел. Мне вот скинули фул нарезку. Сначала просто клип, а потом в комментах кинули видос там 9-минутный после этой игры, где он сказал, я с Мидасами. Здорово, мужики, здорово. Не, я на стриме на фул попал эту историю. Что там уже, лобби? Обоздревал в прямом эфире. Тебе надо, Максим, тоже так учиться, если хочешь стримером стать. Надо же, ну, свежие пирожки подавать, а не гнилые. Здорово. Какие, не понял. Парни, парни, парни. Сейчас времени мало. Чё, пару слов, парни, перед игрой, чтобы вы настроились чуть. Вот. На мою демку сейчас зайдите. Сейчас ждем. Все. Вы же со стрима уже? Конечно. Да. Я пока нет. Окей. Ну, зайдите, парни, я на уже мою демку. Три минуты просто старт. На пару слов. Ча, я не могу пока. Опять я, что ли, виноват? Ну, ё-моё. О-о-о, ну, как обычно, короче. Ну, давай, что-то кастрюлю сделала не так. Нет, это просто на нем камера установлена. Ну, значит, Саленсер обосрался. Так, все тут. Ага. Смотрите, парни, просто вот забудьте нахуй все остальные игры, вспомните просто вот эту вот игру сейчас. Просто вспомните эту игру, как вы играли, какие у вас были чувства, какие у вас были мысли по игре. Потому что в этой игре у нас было почти все пиздато максимально. То есть в топе вообще отъебали линию, вот типа у Луны дохуища, там, блядь, Энча с Клинкзом там что-то крипов, блядь, делят между собой. А у челов типа ранги, блядь, 500 нахуй и 400, блядь. То есть в топе вообще линию отъебали. Затем типа Кейк в миде очень хорошо постоял. Гудок на сайленсере, блядь, сделал в этой игре миллиард, блядь, стаков, после чего Илюха просто пришел, все это зафармил, стал супер огромным.
боте мы тоже отлично постояли. Тут, блядь, перетяжка от Тимбера пиздатая. То есть тут тоже у Кирилла, блядь, ну все получалось. Он нахуй пришел под вард, поймал этого, блядь, Леона ебучего. Типа все ебали. Тут еще по таймингу пошел стакнул. То есть просто миллиард стаков для Луны. Типа все охуенно. Луна фрифармит. Бейн под тавером, блядь, экспу лутает. То есть все у нас огромные, все у нас отлично, ребят. На Тимбере качается. Тут опять же решение от Кирилла. То есть опять же играл как чувствовал. Начал фармить шрауд. То есть, опять же, да, то есть, ну, тому моменту, что ты сам можешь принимать правильные решения, как ты по игре чувствуешь, что тебе надо сомневаться в этом плане. Вот, ты можешь как бы делать сам прекрасно, у тебя все получается. То есть, ты купил шраут, и вот эта вот твоя смерть в игре на 11 минуте, она была нахуй первая и последняя, блядь, за 50 минут. То есть, ты больше в игре ни разу в этой не сдохнешь. Вот, как и моя там, условно. Илюха вообще ни разу за игре не сдох, он вот все эти стаки, блядь, гудка фармит, гудок получает левел, типа, у нас все пиздато. То есть, парни, мы можем играть охуенно, у нас есть, типа, охуенные плей, и опять же, в этой игре вы втроем. То есть вы тоже вот саппорты плюс 2, ну то есть мидер плюс 2 сапа, вы нажимаете смоки, вы играете вместе, и потом вы ебете после этого. То есть типа вы все это, парни, умеете, у вас все это получается, просто типа не бойтесь. Вот как бы все, мы умеем классно играть. И здесь мы опять же по 14-ю, парни, вместе стакаемся, идет кол, мы контестим, блять, противников нашей XP и просто, ну, говорим, пошли не нахуй. Вот, просто забираем там двух суппортов. Я в это время прекрасно качаюсь, набираю свой пик силы, то есть вы можете без меня спокойно играть. Дальше вы нажимаете смок, цепляете героев, парни, вы все умеете максимально. Все максимально круто играете. То есть все, парни, можете. Не надо там сомневаться. Если... Вот, вы втроем тут стакались. А, тут вы шли под меня. Тут вы даже прочитали, блядь, наперед этот момент. Я засомневался, но вы, парни, вы сами знаете, что они на меня могут напасть. И вы вместе под меня уже шли. И все, типа, мы могли их отъебать инста. Даже я бы не сдох, если бы просто, ну, типа, не сомневались в этом моменте. Вот, блядь, вот это вот вообще момент крутой в миде. Не знаю, парни. Все же можете, блядь. Вот и играете два суппорта, допустим, даже, да, без мидера. То есть вот он, нападение от Клингза, нажимается гост, слипается Клингз. Чел на грейде дальше нападать, просто слип ульт Бэйна, и просто Тимбер подтягивается, вы их ебете в жопу. Вы два сапа, ну, почти двух коров, считайте, отъебали. Типа все, и пошли они нахуй. Вот тут подходит Илюха, дальше цеплять. То есть, парни, все можем, все вместе играем. Я просто качаю свой пик силы, когда дофармлю шмотки, мы всех ебем 5 на 5. То есть просто, парни, вспомните эту игру, вспомните свои ощущения во время игры, то, что у вас все получается, вы молодцы, вы все можете, парни. Типа нет никаких проблем. Вот, можно чувствовать карту, можете играть сами, принимать свои решения. А вот это сейчас, а нет, это потом было. Вот они, бля, о, заходит, вот это тоже пиздатый момент, заходит. Пошел телепорт от Тимбера, встречает массовый тимфайт, отключается Илюха, заходит в спину. Начинается разрыв, тут долгий тимфайт. Я только сейчас нажимаю ТП. Но я нажимаю ТП и просто ебу их в жопу тоже, блядь. Вот просто подходят челы. Кирпичом по двоим поебалу, блядь, и просто их тут оставляем. Вот, типа, парни, все у нас пиздато получается, все мы можем. Отвечать мы точно можем. Когда они заходят, парни, просто, ну, чуть коммуникации, и все, мы их сразу ебем. Типа, у нас каждый есть понимание, что он может прилететь, если там очень много противников. Вот. Как бы не потерять фарм, а разъебать при этом всех. То в есть, игру все, парни, зайди, айс. Просто... Я тут? В лобак зайдите, знаете? Да, еще все. Просто, парни, вот вспомните вот эту вот игру. Илюха, блядь, ноль смертей, блядь, за игру. Просто всех выебал. Типа, вообще все идеально делал в этой игре. Еще и калировал всех. У меня, ну, на самом деле, до первой смерти и во вчерашней игре было ноль. А, да, вот видишь, то есть можно и ноль смерти вообще отыгрывать. Там не было бы что-то демона, вообще бы ёбка в ноль был. Тут пачки скипаем, парни, мид-пачку тоже очень важно скипать. Там вот Тимбер жирный герой пошел, скипнул, все, челы там тоже зажались под тауром, видим эту ебучую инчу, которую тауэр отпушивает. Даже похуй на Т1, мы как бы имеем инфу, что вот тут чел стоит, просто пачку долбит. И мы понимаем, что там Клингз, да, вот этот охуевший один боте постоянно на активку, блядь, смещается. То есть в целом там все пачки отпушим, играем вместе. Тут, конечно, мем произошел, но типа это похуй. Типа бывает. Это первая игра на Бэйне, как бы. То есть вообще, как бы, Айсу тоже респект играет, блядь, на всех героев, которых там, ну, есть варианты. Максимально старается подстроиться, при этом еще, ну, типа, линию стоите хорошо. Это вообще охуенно все. Вот. То есть просто, парни, ну, как бы все у нас на самом деле есть. То есть мы можем спокойно выиграть. Типа в этом проблем никаких нету. Ну и потом мы просто, парни, качались, ну чё, даже Аегис, по-моему, без боя дали, у нас был, типа, там какой-то кол, принятие решения, чтобы поебать на этот Аегис, добиваем айтемов в 1000 раз сильней, у них Аегис, мы идем просто и пушим их нахуй, ну, типа, нам вообще поебать, потому что мы понимаем свою силу прекрасно, что у нас герои сильнее, что у нас много там нетворса на луне, то есть все эти дела. То есть, парни, короче, все у нас есть, все мы можем, просто верьте в победу, каждый должен верить, что мы сегодня просто победим. Мы сегодня просто победим и пройдем потом сетку после этого. Да, чат, не клипуйте, через 10 минут не клипуйте. Клипуйте нахуй. Так что все, парни, у нас хорошо. Поставьте так, команда. Хороших героев берем, уверенных в себе, комфортные, хороший драйв. Да, парни, все. Кеку, плеймейкер, жирного. И заебись.
Максим, зачем ты мне это сейчас вот скинул? Основное, это не просрать имбу для этого, для мизера их, и все. Дальше уже парень нормально все. Дальше берем свою. А ты видел, кстати, Вова, аналитику Бейната потом? Меня душили. Не, я не видел этого. Просто ты, а ты шаришь, что такое Бейн в миде, нет? А, я на твоем стриме смотрел, да. Да, то, что он минус 70% урона дает. Я понимаю, да, там Брокен Герой, я согласен. То есть, если так будет Бейн мид, я тебя без проблем возьму. Не, ну там по ситуации. Ну, по ситуации, но я говорю, Кирилл, поставь так в лобби. Так, да. Все, хорошо. Все, никуда не спешу. Блядь, угодка такая, это смешная. О, мы еще выиграем. Парни, монетку сразу выиграем, понимаете? Это первый признак победы уже. Не забываем, что есть контрпик, и на него желательно один банк какой-то поставить. А то мы то с аппаратом, что у демона такая фигня бывает. Противный герой самим. Я вчера перед сном такой думаю, дай заряжусь топ-1 доты. Открываю Ватсона, он играет против Дума. И три раза подряд топ-1 вот игрок против Дума. Он видит Дума и выходит к нему с 300 хп. Просто на линию. Получает, Дума умирает. Я ничего не понял, ребят, как играть на топ-1. Ну все ошибаются, типа это вообще не проблема. Но я даже план не понял. Я против Ятора вчера играл 40 раз. Там Ятора тоже такую исполняет иногда. Я не понял, что он хотел сделать. Вот я пытаюсь всегда продумать, в чем замысел. Бывает, просто люди очень сильно устают, да и вообще башка отрубается. Поэтому... О, уже Игрант стартанул. Так, тут, парни, у меня три бана, как... Блин, тут очень много мидеров, смотрите, тут Хускар, Тинкер, Котл, ОД имбалансный для него. Котл прям мерзкий, да. Всех троих и банил. Нет, тут четыре парня тут героя. Ну, Тинкера точно баним. Тинкера точно баним. Котла, на мой взгляд, тоже. Он очень делает игру сильно на котле. Да, он будет, скорее всего, на ОД играть. Не торопись, время оставь. Не торопись. Да, извините. Чуть-чуть. Потом чему бомб брать на ФП? Бейн в пуле есть, слушай, опять же. Виверна на ФП хорошая, ВРК на ФП хорошая. ФП Виверна мне нравится, Виверна нравится. Парни, я слышу, ты чё? Только один ФП есть. Войт? Фларк? А как же Магнус? Не, ладно, там Войт еще ебаный. Не, ладно, да, на ВР какую-то брать. Я порадую. Кажется, ВР надо брать. Бля, Никсы, парни, на Морфе, вот это вот его герой. У него, короче, герой — это сильные лейнеры. Типа, у него герой — это очень сильный лейн. И он только из-за этого в целом там набирает шмотки. Ой, да, боится. Может, он Сларка хочет, ну, или Морфа? Я думаю, что Никс для нас не проблема. Для нас проблема один Рейбл. Не, Никс... Ну, основная, он... да. Если он пойдет Хускар мид... Рейбл саппортов. Все хорошо будет. Если он пойдет Хускар мид, ребят, будет жесткий отсос, я вам сразу У нас скажу. Просто, да, я не знаю, кто против Хускара будет. Бейн играть. Я тестил. Бейн против Хускара может стоять, в принципе. Но на равных, так скажем. Нам по игре сложно будет, мне кажется, потом против него. Не, давай реально Хускара забаним. Мне кажется, у нас других банов. Как будто нет. Просто как будто Рюхта сам играли в ПМРФА тогда получается. Потому что. Не-не-не. Нет. Точно нет. Точно нет. А что против Морфа ты тут видишь? Я просто вот не знаю, чем закрыть, если он возьмет. Сларк. Ну, Керри, да. Бань пока просто. Нереально имба здесь. Тут вообще тут... нет на него. Давайте быстренько пробежимся. По вообще, в принципе. По героям, ребят, которые Кирилл есть, ребят. Лич есть, Грим есть, да, у нас что есть? Даунбрейкер, Акс, Баратрум, просто чтобы мало ли кто кого-то не увидел. Виверна, Пак, Айс. Бейн. Айса, ты играешь на Гриме? Да, конечно. Хороший герой. Так, ну смотрите, мне ФП Виверна на 3 очень нравится. Грим еще под Бейна в мид, кстати, очень интересно. Мне Магнус нравится под вас, если вы играете. Магнус, мне Виверну не нравится, потому что если я беру героя, не беру Виверну, и уже все эти герои не такие хорошие. Магнус тяжело будет. Короче, я бы распикал Сларк Грим первыми двумя, а потом так бы что-то думал. На СВП, на СВП. Ну я имею в виду, что... Сларка первым... Виверну неплохо, да? Сначала забрать Грима, а потом Грима, да? Сварк и Верну нормально. Ну, у них ОД будет точно. Это нормально, да, против ОД? Да, я понимаю, но нам что-то надо, типа, все равно. Я понимаю, ну, смотри, если какой-то, тебе какой-то Акс придет, файн? Или тебе под Грима как-то? Может, сильнее сап, ну, может, тогда Сварк лично линию взять? Что против ты можешь Грима... Не, Грим вообще идеально. Это лучший герой, прям 100%. Гудок, а у тебя герой-то есть тут, Макс? Да, найдем что-нибудь. Бля, ну, не, ну ты предлагай не... просто, чтобы тоже ты там в конце не сказал вдруг. Я не говорю никогда в конце. Я ну, думал, мало ли, есть типа какие игры, кто-то хочет что-то. Ладно. Не, ну просто если Сларка заберут... Парни, опять все спамят, и меня не услышали. Нам надо было Грима брать. Да, я думал, ты прям ФП Сларка хотел. Да не, сказали же Грима. Не, там ВК и так далее. Все, ладно, забей, проехали. Просто, если они возьмут, будет обидно. Осталось 5 секунд. Ох. Разор 3, единственное, что Сларка можно ли не подобрать, мне кажется. Похуй вообще. А, что против ПД делать нам? Очередь противника выбирать. ДБ-3. Брейкер, блядь. Ну, есть лично, опять же, сбивает касты ДБ. Лич это, конечно, не то. Уже лучше взять, чтобы он слипал.
Верно, ну, под ДБ не хороший герой. Ну, блядь, парни, там мне еще. Верно, на тройку прям нравится, на самом деле. Там лечит. Верно, Братрум в хард. Го, верно, Братрум в хард. Братрума хочешь, Братрум нормально. Ну, Братрум, Магнус, Магнус. Осталось 5 секунд. Магнус, бара. Ну, тебе верно точно надо просить? А ты на Магнусе прям играешь, да, Гудок? Ну, я могу вывозить, да, с дэггером. Ну, инициировать файта. Ну, я имею в виду, что ты прям играл на нем. Да, 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 да. Известный Магнус на своем море. Так. Ну и верно, Магнус звучит неплохо. Ну просто Баратрум как будто поувереннее, но верно, на Магнус тоже могу. Да. Блин, у них ходе ебучий мид пойдет, блин. Да, подожди, Магнуса сначала или Бару, подожди. Могу Магнусом. Лучше Магнусом, Биоше. Вот Гудок предлагает, давай Магнусу. Ну я-то и не скажу, что моя сигнатура, но как бы отыграть я ее могу. У меня и на Баре, и на Магнусе одинаковое количество игр. Но на Магнусе это масс-файт хотя бы, и в случае чего камбэк, если что-то не пойдет сначала не очень. Магнус просто тут по линии вопрос. Я просто боюсь, что Магнус Грим они заберут сами, поэтому. Не, они, у них парни, у них... А, Медуза в Сларков падла, потому что я как будто Медуза просто... Да, да, это хуйня. Я бы лучше Магнуса забрал, а потом... А там Морф будет, скорее всего, ты прав в этом плане. Он вряд ли чем-то еще будет играть. Я согласен. А, ну тогда можно и Бару, если... Ты думаешь, они Морфа возьмут? Потому что не факт, что не Магнуса уже... Не, Бару наоборот не хочется, потому что... Не хочется, я тогда без Бульдоза буду играть. Да, Магнус парня действительно лучший вариант. Просто они, если сейчас заберут Бару, тогда у нас контроль не хватит на него. Мы много времени теряем. Мы сейчас возьмем, и не возьмем Магнус. Ладно, похуй на его Бару. У них тройка ДБ. Очередь противника выбирать героя. Морф, ага. ОД будет. Ну, Лич сейчас будет. Ривер у нас куда идет? На 3? На 3, да. Хорошо. На Токейку жирного плеймейкера есть такой? На ОД у них слишком хороший. Да, тут жирных нет. Здесь кроме... Есть интересно. Есть Бэт? Дайте кексу, можешь сказать. Сейчас посмотрим, если он ОД возьмет, то как бы выбора не нету. Если не возьмет, то выбор это, есть. Это его лучший, герой, ребята, да. Он либо пака, либо ОД возьмет. У нас на пака контроля тоже немного. Есть пак, и, короче, единственный герой, который будет стоять против этого в миду, это Бейн, ребят. Единственный герой, который выстоит. Это... Вы можете предложить что-то, но он на ОД меня трахнет в нулину на паке, понимаете? Да, да. Есть проблема, что Грим сбивает косты Бэйну. Он на... и на бете тоже трахнет. Осталось 10 секунд. Ну, тут в зависимости от того, на чем тебе комфортно будет, в первую очередь. Не, мне Пак мой любимый герой и кор-герой, но я понимаю, что он придет на ОД и будет меня чпокать жестко. Да, будет сильно. Будет переденаивать, во-первых, до пятого. Ты на Бэйне в миде сам играл? На Бэйне Бэйн заебись в мид, да. Я играл на Бэйне мид. Окей, окей. Тогда можем взять, что. В любом случае, так. Бери его сейчас и давай с фаспиком думать, потому что ну, мы его сейчас на 5 сапнем. То есть вот либо Висп, либо Лич. Мне кажется, бери Бэйна. Бери Бэйна. Сейчас я подумаю, что еще тут есть. Можно рискнуть с Виспом, но не обещай идеальной игры. Ну, с Виспом чуть контроля меньше будет, но... С Личом ебать масфайт еще лучше. С Виспом знаете, что удобно? Если вдруг мы инициируем на какой-то части карты с Винтер Кёрса, Висп спокойно прилетает. Слушай, у меня вопрос. Мы так не будем делать, мне кажется. Я хотел бы... Ты в состоянии на сапе ОД сыграть? На сапе ОД? Ну, прикольно. Я Мистер Хаммер могу купить. Да, да. Я думаю, что это хорошая опция. У них героев там не останется. Пак только пак. Будет, это да. Паку тяжело, а кстати, с не в состоянии кекс сыграть на АД, на миде? Нет, нет, нет. Я не играл мужики, на миде. Мужики, я бы спиздил. Тут ОД просто вообще фри играли. Не да, да, я согласен. Мне прикольно будет на линии. Давай попробуем. Сейчас да, мы обсудим. Я могу попробовать, ребят, но я на ОД не играл 10 лет. 10. Все, да, тогда понятно, твой Бэйн. Все, похуй, твой Бэйн. Очередь противника выбирать. Не, Бэйн он пустей играет. Мы знаете, что можем еще сделать? Если вдруг сейчас будет не такой сильный мидер, мы можем Магнуса кексу отдать, я на ОД четверки сыграю. Не-не, все, начинаются выдумки, мне кажется. Опять лучше... Не, мне кажется, Бэйн в паку очень хорошо на миде стоит, и пока... Да, это правда. Набить, отчасти, да, поэтому на Бэйне можешь не найти. Ух, грязи так, набрали, пацаны. Ух, парни, грязи. Надо сейчас с ОД раскачкой точно. Парни. Инфу, помните, в этом в ТТГ писал? Да, мид смог бежит всегда Рейбл ставит. Да, Рейбл ставит. На контесте. Ну, Рейбл на паке, его тут не подловить, парни, нашим героям на первом уровне. Он на бомбу будет прибавить. Нет, мы поймаем. Но он добежит быстрее нас. Подожди, Астрал в паунс, мы можем это сделать, хотите? Я не могу сон брать на первом, ребят, я мид въебу, я никогда его не беру. Нет, тебе и не надо. Пробуем так? Да. Хорошо. Не-не, сейчас ничего не бери. Ну ты точно Астрал берешь, это 100%, ага. Потому что ты Варта будешь ДБ, если что, прятать. Че стоит? Вард на Бэйне оставь. Да-да-да. Мне оставить? Не-не-не, Бэйн. Блин, ты же Бэйн. Тот там забрал Вард. Я забрал, я случайно, я передам по пути. Сейчас бежим. Не надо по пути, просто продай. Угу. Я принесу.
Инста смог. Бля, я не продам, у меня он соединился. Я тебе передам просто его. Если ты спрячешь, у нас Night Vision, если ты спрячешь, я прыгну. Хорошо, бежим, бежим. Мы его ёбнем за 2 секунды, я думаю, за 2.5. Мне вперед надо выйти. У нас Night Vision, я увижу его раньше, чем он. Куда? Он слева поставил, он слева поставил. Он видит, я тебе дал, мы можем в центре поставить просто? Да, сразу ломай. Да? Ломай. А можем отдать экспу, фул, уйди, уйди, экспу отдадим, фул Бэйну, нет? Бэйну, давай, давай, ебаш. Отдадите все. Дай мне на удар, я хочу тоже взять, чтобы у тебя второй получил с пачки. Мы низ забираем, они сверху, парни, да, будут они сверху забирать. Сидеры. Они знаешь, что сейчас вот точно так было, да. Я пойду на шоп сломаю, да, да, видел. Тут по билду мне надо будет жестко, конечно, разобраться, но в принципе... А, или подожди, ты в см... А, нет, ты из смока вышел, я ломаю. Да, вышел он точно, да. Блин, если да кто... я не могу, нахуй. Так, я нашел ломать. КПС дроп. Блять, неловкой паузы, ладно. Мужики, если от меня какой-то предмет определенный хотите, например, аганим, который я первым, ну, в первый вообще точно не буду варить, то говорите. А что ты будешь? Какой у тебя? Смотри, основа игры это шарт на 15-й, чтобы АОЕ этот был. Я беру филактерию, да, изначально стопудо. Там либо тревела, ну по игре, либо я уже варю Сашу Каю и еще что-то, либо я варю аганим БКБ, но я уже становлюсь саппортом, если я аганим БКБ варю. Если я варю ты Сашу Каю. Случае, тебе надо в любом случае тут больше в кастера. То есть тебе не надо с руки бить. Тут будет. Это не-не-не, не, ни в коем случае с руки я бить не буду. Просто я могу сварить Сашу Каю Этериал, и на 25-м там пиздец начинается. Мне это больше нравится. Либо нет, я могу мне не нравится, аганим что БКБ. Потому что это дожить надо, а тут игра может раньше закончиться, потому что у них бара грим, ребята. Ну, нет, тогда там... делай БКБ, потому что там сало, тебе будут постоянно ульту сбивать. А не, ну, я... надо аганим просто сделать, и все. Суть героя потом... не в ульте на миде, в этом-то и прикол. Я, возможно, ульту до 9-го даже брать не буду. Потому что суть героя в первом-втором спыле и в очень сильном сфилактерии, то есть активной игре можно делать. Прям очень тяжело его убить, победить и так далее. Ну, смотри, смотри, окей, дело твое. Просто там будет линка, скорее всего, да, согласитесь, у Марфа. Возможно, даже первым этом. Да, и у Пака будет потом. Но я ее снимать смогу. Я напомню, что дальность применения у меня первого скилла 1100. Да, просто пиздец, да, там и ебнут дальность. Вопрос. Мы сейчас вард этот снимаем, они стоят все сзади. А вы успеете заденаить перед тем, как они на вас выйдут? Они не выйдут, они ж не видят нас. Парни, мы сняли вард. Точно, точно, точно. Схуяли они нас видят. Забыл вообще. Тогда кто бежит ломать, если ты не достаешь? Вот это только ломать, может. Типа... Больше никто не может. Я уже далеко просто. Ты единственный, кто может ломать. Бро, тебе все равно надо бежать. Мы не можем бить его, ты понимаешь? Я не могу его подожди, ударить. Свои разы не могут свой добавить? Не могут. Нет. Все, тогда возвращайся, все, окей, бегу. Только с интрю в кемпе можно. Иначе, блядь, руинеры бы, знаешь, как сейчас. Ну да, да, да. ОД, подскажите, что собирать вообще, как играть? Про скачки ОД, ты понял, что ты будешь качать вообще на линии? Я второй максу разменю. Ну, короче, я второй и третий чуть-чуть, потом первый беру на линию. Ну, на теперь третьем еще... у тебя должно быть 2-2-2-1, ой, 0-2-1, 0-2-1, сори, а потом да, шар да на четвертом берешь. Да-да, я так и хотел. Ты смотри, ты да, прячешь вот эту штуку и денаете дальника там и так далее. То есть очень важный момент. Ты следи за... Нет, это опять же... Подожди, я ему вот сам скажу, что на линии делать, пожалуйста. Да, на линию не надо. Метеор камеры покупаю. И что еще по билду мне? Форстап, что ли? Нет, метеор тебе не нужен. Тебе нужна линза и форс. Линза, шарт и форс. Вот твой билд. Все, понял. Тогда форстап, наверное, первый, потом линзу, или нет? Как хочешь, порядок любой, зависит от игры. Хорошо. Тут как будто шарт тоже... Из-под пака форсать Кайла. Бля, столько вы флудите, мужики, это вообще да, просто... Как ему-то вообще... Хорошо, просто... хорошо, все нормально. Го? Все обсудили. Сики, блядь, или ботинки. Володь, рэди, не? Да, да, рэди, рэди, рэди. Все. Я по себе скажу, по своему билду. Если у меня все средненькое, то я возьму все арканы, плюс на 15-й шарт. Если все прям охуенно, и у меня к 15-й минуте там почти 2к, то даггер. Я по себе скажу, пак не супер плохо против Бэйна стоит, то есть он фармить арбами будет все равно, но должно быть норм. И главное, Кирилл, по игре, вот если знаешь, что делать, все, мы тебе доверяем, остальное похуй, то что там линия, не линия, поебать. Да, мне давай надо сделать филактерию, и после этого уже, да, можно будет. Ульта у меня, возможно, не будет, если долго на миде аккуратно будем стоять, то есть может быть ульта не будет. Мы с тобой будем ТП жать, если что.
Битва начинается. Они уже готовы, я уже не могу давать. Ты можешь. Можешь, он так выступать пошел. Не иди пешком, не иди пешком. Да, я пойду, я видел, что они там стоят. Чтобы надо просто нажать, не поднимайся. Не, пусть, ну, как хочешь. Пока, Пов. Пара под мином. Ага, бот топнулся. Вот, смотри, через пачку. Первый спал мы должны с тобой пробивать просто героев. Да. Можем уже бар. Меня захвачено, я трогаю, пока не буду. Давай. Да, просто. Я поплюю, подвоим. Так, центрика нет, я один тогда больше пошел, нормально, потом маленький. Хорошо. Ну, я первого рейнджа можешь заастралить. Вот, ага. Из таких вещей. Ну, когда у него хп лоу будет, не сразу. Когда четвертинка где-то, да? Парни. Парни, вы договариваетесь, что там вообще вот как затинает крипа, блядь, и на это 4 предложения тратите? Я хуею, я только что сказал, давайте чуть меньше флуда. Хорошо, извини. Нет, просто, ну, слышу. Смотри. Самый главный флуд, это то, что ты 10 раз просишь не флудить, хотя я по делу говорю. Все, забыли, парни, все, вот это точно уже флуд, все. Говорите сами с собой, так, они рейди. Я в этой игре постараюсь фасторчем обезарашить и морфа и пака ловить до их диспелов. Все, нажимаем? Да, нормально. Ага. Смотрим. Может, что мешло ему. Оранжоты через первый скилл аккуратно. Да, да. Я постараюсь тычки тоже. По нашему оранжу? Нормально все, я фул это забираю. У меня будет полет сейчас. Реально? Не, все окей. Ну вот одного, да, можно. Марина рейнджа. Рано. Бьешь? Ага. Естественно, мана резко закончилась. Дух остал. Опять есть полет у меня. И второй спорт. Морфа особо не убит никак. По баре в основном могу работать на фронте, если буду. Бару не видно вообще. Ой. Нормально все. Все нормально, ты можешь так делать. Спокойно. Бару. Давай я проножу. Ага, хорош. Этого давай, тычку. Ага. Бара, смотри. Угу, я его буду пробивать. Ага. Он первый уровень, если что второй будет у меня, когда морф подойдет. А вот так идеально стоять, когда линия под нашей вышкой. Типовой болт будет охуенно. Он не успел раздевардить, тебе надо будет на третьей, возможно, на телом. Уже больше. Но у меня только один. Нормально, похуй. Лотус минута. Пробью. Надо, чтобы они не поняли нас, мол, в целом. Я танк дохуя, и у да, у меня тоже все есть. Я ударю. Тычку. По своему тычку. Давай. Лотос 10. Я заберу. Вара пропала опять. Они он девардит по третьей маке. Морфа третий, он фулл экспо морфа вообще дает. Блять, я умру сейчас. Я убегаю в сторону. Давай. Уйдет без найс. Угу. Блин, у меня 1-3 до третьего. Фух, нормально. Ничего страшного. Уходи аккуратно, у него чардж. Я подсловил. Угу. Пак ушел куда-то наверх, забаунти, его что-то очень долго нету. Возвращайся. Есть первый спелл 2, хочу пробить. Так, ща. Танго у тебя есть, да? Скин курьером. Смотри, по морфу чуть-чуть. Ща, секунду. Бару плюну. Мне 3 секунды надо еще. И 9 стиков. Даю тебе, ты лети. Нормально, уходи просто на базу, отключи. Крима нет? Так, да они отвели. А, не отвели, лол, я хуйню несу. Да. Дай танго. Evil dreams await.
Ага, хорошо. Заебись. It is time. Если на нас будет астрал на их нападение, то мы можем с ними подраться. В целом, вот так вообще охуенно. То есть у нас линия слабее, мы ее стоим ровно. Это отлично. Они не могут на нас напасть. Это вообще круто. Пробью, пробью, бару можно убить, смотри, что будет. Ага, хорошо, хорошо. У меня будет спел. Хорош, парни. Красавцы. И за блочком своего спавна. Поживи, я блочки им пошел с собой. Давай. У меня все хорошо. Я забан. 5 секунд у меня спал. Я забан. Привет, чаке. Передай привет 1ЧН, 1ЧАТ, генератион Мирачи. Бара в боте, бара в боте. Блять. Что, на меня хотят, смотри. Нормально, Пак отошел куда-то. По баре, по баре, по баре. Пак куда-то отошел, мужик. Оставь его. Ага, он без ТП. Так, астрал 2 и... Старайся все-таки его сейвить на меня и на экспо. Ну, ты сам видел, я на кемпе был. Я предупреждал. Да, тебе тратить нельзя его, понял? Ну, ты же, ты бы успел, если бы... Есть спел у меня. А, нету, никогда. Там морф. А сейчас линия... Бара ушел, бара в мид побежал куда-то там. Да, они руну сейчас будут, если контролить, то... Можешь помочь гудок будь. Я на тоже пойду контролить, ты же один стоишь? Да-да-да, я тоже на руну. Прибежал на мин бара. Три героя на миде, ребят. У меня нет, нет ТП, нет ТП. Я тоже нет ТП. Ну. Меня по таврам ебут. Я к типу сейчас мавнус боте украдет просто. Смотри, можем. Пак бы умер, у него 30 хп осталось. Отлично. Возвращаюсь, наверное. Я никак не... Надо тебя отпулить сейчас будет. Любой кемп. Хоть маленький, хоть большой. Маленький разблочен, нет? Дефолт. Нет, окей. Каждая игра на этом турнире, ребят. Так вот, сестра, у него вот волна. Я хочу еще пачку пропушить. Ну, лотос, пробуй запулить сам. Легко, легко тут. Не сложно. Грим только возвращается на линию. Да, я знаю, я поэтому и говорю, попробуй сам. У него ПТ. Тебе до шестого далеко? Ну так. Поближе, чем ему. Я пойду руну украду экспу. Да, попробуй. Грим там будет, если что. Но ты можешь это сделать. Ты можешь это сделать точно. Это нам супер дохуя даст. Я лотос возьму. На 67-й можешь видно, прятать. Пару не видно. Ага, хорош, заберешь. Отлично, что хорош. Сейчас он тыпает. Да, после стана можешь тыпнуться 100%. Ага. Хорош. Пару не видно, все. Вообще охуенный мув. Сапчик. Пак отошел, возможно, ТП сделал. Нормально. Да, да, все хорошо. Ты можешь даже стакать. Он один меня не может убить. Давай отведем. Ага. На мне на миде двое, ребят. ТП есть? Нет, я тратил. У тебя все хорошо. Тебе не надо же ТП просить. Ну, похуй. Магнусу может даже больше под мид играть, потому что боти, но Марфа не дает. Тебя вдвоем никак не убивают. Они на самом деле все, что делают, это пытаются байтить на ТПшке. Грима нет. Мы можем его убить, слышишь? А мы его не убиваем? Мы у меня ульты. Аккуратно, аккуратно. Не, ладно, забей, забей. Нет, ты на боли поставил. Я шестой сейчас был. Сам мне сейчас будет. Yes. И руну попробовать, Макс. Да-да-да, давай. Ну пока мана есть. Надо одну, твою, короче, только. Мне один крип даже, что? Сверх. Блять, у меня... Хаста, у него хаста. Я ушел. Смотри, шестой ДБ, в миде будут нападать, скорее всего. Шестая ДБ, они будут под прилет что-то делать. Парни, там у Пака хоста. Бля, рандом, блядь. Да, Пак наверх с хостом. Бля, хватает очки. У меня Алия нет ТП. Убегай, убегай, убегай. У меня маны нет. Кто Петрое? А, Бара еще тут. Четверо. Вашу верхнюю башню атакуют. Так. Кирилл, бутылку забудьте где-нибудь? Да, можно на миде. Давай. У меня просто ресурсов нету, поэтому не могу прилететь. Я могу сейчас соло в топе стоять. Я сейчас просто буду в топе стоять, фармить. Мне будет похуй. Лишь бы в миде вот через пака не убивали. Я спокойно в топе сейчас нахожусь. Пак в миде не фармит, он будет искать ганги бегать.
Да, да, да. У меня все хорошо будет, если все. Я у них все баунти собрал, не знаю, там саппорты должны быть вообще бомжи. Мне это поисчилось. Да, они бомжи, у них третий бара, блять, или какой там левел. Давайте, парни, давайте, они вообще не комбатные. Это правда. Кажется, никого. На мид будет влет сейчас, я думаю. У меня это поесть. Это поесть. Там три беру. Я вард возьму, глубокий поставлю парк. Я не вижу ДБ, парни. Все спрятались. У меня курса будет, но... Под активку на 10 они сейчас будут делать. Смотри, готовься. Запень, запень. Я пошел на активку на 10. Да, да, я... Пара грим снизу. Так, нет, нет. Вверху. Какой долбай. Сверху контроль? Не, я не буду один ее контролить. Так, месть. Сверху много, очень сверху. Много людей. Попе, возможно, 4 человека. Они играют спокойно. Может, ты можешь за этот задоджить ганг, чтобы мы не ДП-шить? Вот нас там не убили, и мы сейчас не... Да, убили. Да, я могу, но просто... Я могу ТП-шнуться наверх. Пак на миде. Понимаешь, вам надо прешерить низ, чтобы я мог... А мы прешерим, он не подходит к рифам. Окей, тогда меня устраивает. Давай я ульт возьму сейчас. Грим улетел, грим улетает. Они внизу напасть хотят через пака. Хорошо. А, не? Я грим остался. Остался, все. Я наверное могу с кнопками-то под топ дать. Не надо нахуй это делать. Короче, я возьму сейчас ульт на восьмом. Можете в смоке или как угодно подойти под мид, попробовать. Можем попробовать убить пака. Но на него прилетит ДП. Мы должны убивать даунбрейкера. Мне тоже кажется, это он брейкера, потому что он иначе будет прилетать. Ну, они втроем наверху. Улетает Грим. Грим ТП нажал вниз. В мид чардж. Отойти. Я лечу с ультом лечу. Главное под сейф сразу. Пак умер. Не, его сейвит. Умер. Хорош. Зачем? Блядь, это время. Тихо. Договаривайте кнопки, когда нажимаете сразу. На Б не говоришь, ульт нажимаешь. Я ли так стараюсь? Все нормально, парни, все хорошо получилось. Бывает, я умру, если кто-то еще раз так заорет от инфаркта. Да я, блядь, сам чуть не умер. Стой, тихо. Короче, на астралы оставляешь в основном на сейв. Да, конечно. Либо, когда у тебя шард появится, можешь врагов прятать, у них маны не будет, там очень много маны забирает. Парни, послушайте меня, на морфа до орчина можете забить хуй максимально, мы ему ничего не делаем. Да, можете не играть мид, там топ. Под у меня филактерия, я очень сильный, мы можем втроем создавать очень сильное давление в миде, просто по КД. А вообще, Володь, вам надо эту вышку снести, это ненормально, что она стоит. Да, если только вместе. Ну смотрите, парни, у меня до орчина, вот, ну что, морфа убить 300, можете отпушить мид пачку и пойти в бот просто. Тогда можно подождать просто орчин. Да, и мы убьем морфа. Мид, это смог бы или что? Это люди просто. Так, ребят, у меня филактерия, со мной стоять невозможно, может подойти, и мы можем вместе куда-то пойти. Смотрите, вот я. Возможно, тебя бегут уже. Я подхожу, я гига сильный. Я тоже сильный, понятно, что происходит. Я не могу до него долететь. Можно показать его. Он не знает. Парни. Есть глубоко. Я пока здесь, и мы под низ пойдем просто. Да, у меня орчит 30. Ну подсвети, ага. Вот это фрикил. Если просто парни, поехали. Очень подвыйти только тут. А вот так где? Пока не видно, бара в миде. Бара в миде докачивает. Пойдем под мид, пойдем под... Переложи флакерик. Смог бить ДБ можно, парни. Ага. Финсгрип 10, да? Можешь подождать финсгрип? Финсгрипом мы не... Да, с финсгрипом. Так на... Без не убьем. Не, это под этого. Этого давай так. Нам не нужен... Это вот так надо. Парни, можете в бот под орчу вообще выходить уже. Блин, много, да, левой этой инфы. Слишком мы... много инфы и левой. Да, и говорю, идем этого, наверх. Просто идите за мной, не надо... Да, парни, когда вы смоке, вы слушаете только Бэйна. Все, договорились. Мы его бы так убили и пошли бы дальше. Все, парни, есть орч. Сейчас надо в бот выйти, открыть вышку, убить морфа. Добавить сверху. Этого убить можно, да, он хуйню делает. А, у меня в боте все герои. Застрелишь его? Я сдох. Застрелил вам вначале. Застрелил? Он один. 4 героя в боте у меня. Я продлю. Я подтягиваюсь. Там ТПшки будут, будем драться. И продли. Все нормально, парни. Они вон дальше варбить могут. Два пса на бейте. Там очень много стаков. Да, надо задефить стаки, ребят. Я сейчас полечу. У меня орчит, парни. Можем убивать пака и морфа со мной. У меня фиксилы 15, ребят. Надо сейчас дождаться его. Я иду, я готов подраться. Они знают про стаки. Пак идет. Мы это привидели. Я сейчас тэпнусь на мид, парню. Смотрите, они идут фарм. Я с орчи дам. Даунбрейкер мертва, могу вульт взять пака сейчас. Давай. Нужна поддержка какая-то. Я сейчас дам курсу, парни, по баре. Не, по паку. Окей, муху его и так.
хватает. Дальше. Нормально. Хорош. Так, немного этот... Руно, рано, рано. Я найду надо астралить. Особенно в ульте... Нет, я исключительно дал, чтобы он не нажал сало. Так он что там не понял. Он в ульте не может нажать. Не может. Да нет, пока не апсов нет нашей тройки. Не буду тогда. Нормально, нормально, нормально. Я АФК до аганима, если что. Ко мне приходите убивать ДБ, но я никуда не молнусь, пока у меня аганима не будет. Мы можем ДБ, не обязательно ждать мой брейнсап. Ребят, можем приходите под меня по КД. На миде двое, мы можем по КД убивать. Я сейчас гига сильный. Сейчас да, на меня да. бегут. Я не боюсь их. Да, но сильно не подставляйся, чтобы мы могли спасти. Надо кому-то зафармить, ребят. Просто один подо мной, я могу зафармить. Я зафармлю, я зафармлю. Нет, это мне нужно. Нет, стоп. Мне кажется, я на Сларке просто качаю топ, я могу это и так еще зафармить. А, окей, если ты можешь, то окей. Мне просто не нравится идея, что это Бейн будет бить. У меня шарт, я это убью за 2 каста. Нормально, я уже убью. Они в этом лесу, ребят, не забывайте. Ой, на катапульту дал. Так, короче, главное тебе засейвить меня именно под Silence. Хорошо. Под все остальное, когда я могу кастовать, мне в идеале кастовать. Услышал. Очень, парни, хотел бы бот тавер открыть и напрячь. Да, можем сейчас смакануться, пойти бот тавер. Сейчас активку на 16 берем и идем. Ко мне подходите, можете ли там бей внизу. Бежит на мид. Окей, у меня есть ТП. Я лечу ТП, это сейв его, спрячу. Да. А у меня будет я лечу тоже. Я лечу. Грима забрать точно. Пока они боятся. Морг без урона вообще. Морг ДД забрал. Хоть кого-то. Можем. Можно, Макс! Окей, парни, тихо. Оху, я ушел в топ. У меня все есть, он без урона. За ДБ идем? Я за ДБ пошел, но тут варды. Здесь прям варды. Он ушел, я иду просто фармить. На миде, ребят. Можешь пожить как-то, слипнуть там. Вот здесь второй. Я продлю. Так, я продлю орчу, да. Я бегу. Всех убить. Астрал. Бак за ним залетел. Астрал. Кого-нибудь. Его прячу. Окей. Они все лоу. Можем. У меня рейндж большой. Я нажал. Нажал на него. Я подкилю, если что. Хорошо. И отойдите, хорош. Мид будем открывать? Да. Надо бы побить. Здесь вижен или это чардж? Чардж, наверное. Да, это чардж. Короче, я форстап покупаю, беру сразу. Я подведу, парни, глиф нажали, впадло долго, у меня будет кольцо. Ну, под низ, смог есть. Под пака, смотрите, под пака, парни, я орчу. Да, идем. Там нету у них обзор. Мужики, тревела взять мне? Или не нужно? Можешь взять как будто. Смотри, можешь, наверное. Может, что-то полезнее у тебя есть. Давай. Я с орчи начну, парни, мне надо первым начать. Если мы его увидим как-то. Ну там пачка. Тексич, я все еще думаю аганим, чтоб ты бить мог своей ульте и все такое, понял? Ну, мне Саша Кая надо перед этим. Я бы забрал пачку, а оставь пачку. Дело твое, я предлагаю просто. Ну добивай тут. Дайте Магнусу на дагер бот линию. Парни, опс вот здесь и вот здесь. Хорошо. Мы не спушим или что? Что мы делаем? Можете мид просто отпушить пачку, забейте, парни, смог не получилось. Больше качайтесь, чем думаете вот об этой хуйне. Я на контринициации, пока всех ебал, не вообще не тут. Да. Мне надо просто выживаемость, поэтому Сашка. Да, просто пусть Бейн стоит в миде, качает пачку, а Д за ним стоит и сейвит его. Это идеально. Устраивает нас. Я 12. Старка не убивает, все отлично. Руна сейчас на 17. Они сейчас под топом. Вверху руна. Вижена нет. Я вместе сюда готов топ. Он еще охуевает, там можно его заслип, это цеплять. У меня 0 ресурсов на данный момент. Я даже думаю на базу схожу. Иди на базу, да, пусть дэмит подпушит. В топе аккуратно все будет. Илюх, я коплю на гем, тебе отдам его, будешь ломать сам. Нет, пока не надо. Пока купи форс, линзу, чего угодно. Я скажу, когда надо. Ладно, будет. Пока не надо, купил. Точно. А, линзу покупай. Угу. Да, вот здесь вард. А у нас центре есть. Таверт не оставляет всегда один вард, один центр мне. Хорошо. Окей. Бы у меня был. Вот их, в принципе, мало тоже. Вообще. Ну, проверишь меня. Я ТП на мид жму, у меня ТП не будет, ребят. Хочу сделать ТП, не хочу, очень много. Так, Шерград, мы хотим убить боти. А может всего убить боти, любого у меня дагер. Я думаю, они сейчас опять попробуют на меня напасть. Но встанет прямо вот здесь, чтобы. Пак, грим и бара или даунбрейкер на мини, по-моему.
Ревиль не смог, если что, я думаю, не смоки на меня могут напасть. Да, да, да. Я сам уязвимый тут пока что. Я вот так встану, если... Ага, ДБшка, смотри, можем, если еще убить, но никого на карте не видно. Ага, бара, смотри, бежит. Давай бару убьем быстро. Давай, давай. Опять я нарвил смока просто стану. Ты еще знаешь, что Макс может сделать? Когда видишь, что так вы и так убиваете без увозки, можешь увозку ждать, пока ДБ ульт активирует, и вывозить из нее. Она не будет, не, она не будет же на вот. Окей, окей. Не, да, да, я знаю, я понимаю, в целом взял. Мысль да, решил просто сказать. Я пока сломал. Сейчас руну на 20 надо, да, забрать. Я хочу дальше агрессировать. Опс вот здесь, да, прям здесь стоит. Все, занимаем теперь эту территорию. Не подставьте, я его вставлю. А он... Я рун сверх контроль. Хватит на меня? Нам надо вместе руну контролить, мы по одному не можем оконтролить. Внизу? Он самый здесь поможем пака какого-то убить. Смотри, он обычно будет контролить. Вот, под аркейн, парни. Собрать аркейн. Можем по центру, вот сейчас мы с тобой бот запушили, мы теперь мид можем спустя двигаться. К вам иду. Парни, на мид. Иду, иду. Успеешь отдать спелл? Не успел. ДБ поймал? Блин. Я так сыграл. Блять. Можете выйти, просто выйти вас. Окей, ладно. Тут они. О, они смоки напали. На мин бриджит баром. Да, это хуйня. Ничего мне не сделать. Нам, мы хорошо фармим, мы хорошо, нам не нужно прям вот рискованных каких-то переходов. Они собрались, они очень адеф играют. ДБ там, кстати, очень много урон наносит. То есть я на нее на марфаке даю минус урон. Не, почему? Я подхожу. Он не может так делать. У нас кнопок нет. Блять. У них тоже нихуя нет. Они просто на наглость. Вверх кто? У нас есть хороший апсе, хочу убивать. Я заберу вверх. Может, Магнус со мной, смотри, вот отсюда. Да. Вашу верхнюю башню. У меня ульт будет, я могу вниз ТП нажать, можем что-то сделать. Поехали. Бывает, ничего страшного. Меня аганим, парни, мой полураг очень сильный. Я боти заберу. Да, да. Маха посидели, у нас что-то появилось. У него что, манта? Манта, филактерии, Владимир. Окей, он панду собирает, пофиг. ДБ, матчслейер, изолятор. Грим шарп появился. Приведем грима. Здесь морф. А пак там еще. Морф и пак. Грим парк снял. Рейз, варп поставил новый. Если тут появится у меня. На тебя могут вниз выйти. Я нарвил смока встал. Да-да, я поднес. Ну мы недалеко тут, короче. Не-не, парни, сейчас мы не деремся точно. Ты стак и по КД, кстати. Ну, а, так, я не могу, так может я заберу это так. Просто? Забирай, забирай все, что можно быть. Все качаю. Лучше ты не бей, чтобы я это одной сплэшевал по всем, чтобы они не разбегались. Я опять, возможно, умер. Пак на мне. Слышите меня? Да. Сейчас выйти. Мы помочь должны. Мы вроде рядом тут все. У меня шард сейчас будет, парни, мы очень сильные. У меня чуть догоним с болт, и тогда можем со смартом. Да, ночью вот с шардом моим. Буток, я тебе оставлю пока варды. У меня есть. Ну я к тому, что я линзу. Медиа иллюзии. Вашу центральную башню атакуют. Так, что-то мы затихарились. Я очень силен. Вашу центральную башню атакуют. А, давай. До 15-го вот еще один крип. Ваша центральная башня разрушена. Как Джеймс. Ага, все. Очень силен парни. Пока есть курс, смотрите, в идеале, парни, если маг... Ну, если они подставляют, то начнут курс линить. Пишите все свои кнопки. Да, 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 Бейн и прочие, не торопитесь ультом, ждите курсу. А так Магнус можешь увозить, я под тебя буду курсу. Если двоих вывезешь, то видишь. Вот смак один. Мана есть? Мана будет. По 24. Ману нажми, Макс. Ага. Окей, лучше всего вам ночью. Вообще ночью, да, через полтора минуты, но мы так. Далеко не идем, парни. Астрал сейчас просто вот этих героя на пачке поймать. Я пока хочу отсюда вот сюда поставить, из чего вывести вам, смотрите. Да, ты можешь подвывести любого героя, кроме морфа. Тебя... Если далеко вывозит, то я, смотри, наверное, ульт ему. Пока, я орчит ему, да, он умрет. Не блин, дался. Я майбэд, нормально. Я пропал. Они все задатели забрали. Они сейчас пойдут сюда, можем здесь подраться, смотрите, на этом апсе они. Вот прям морф. Через метр. Да, на апсе можно. Вон морф. Морф с мантой.
Мы не пройдем через этот парк. Спалил тебя нам. Там еще эта хуйня, да, парни, вам... Окей, все, парни, надо фармить, да. Вот в боте можно вот этого чела точно. Да, вот на... ищите ДБ всегда, если вы хотите на кого-то нападать, нападайте на ДБ. На паке ДД, но нет диспела, парни. Это очень важно пока. Гриз, вашу нижнюю башню атакуют. Гриз и Blood Run Cold. Двое тут, ДБ одна внизу. Гос или что, ночь, да, ждем? Ночь, окей. 5 секунд осталось до ночи. Под ночь идем, пробуем. Предлагаю ночь, завардим топ, и там на топе можем... А, Рошен мы не можем, да? Трипл стак, есть терзатель. Вы же ничего не делал, может, терзатели? Мы, нам некем терзать. Парни, парни, послушай меня, в миде, парни, пак фрикил, пиздец, если он так выходит. Да, да. Давай, давай, давай. Я его почти соло убил. Я топ отбиваю. Вы втроем там пока, тогда я стаки заберу сейчас. Там нету тавр уже, ребята, обратите внимание. Посмотрите на пачку. Я вниз переезжаю, мне надо в... где ДБ играть. Никого нет. Можем ее убивать очень легко. Ладно. Похуй, это поебать. Мы все еще можем драться. Сейчас, парни, без двух хоров, нам очень аккуратно. Не, в меде съебитесь, вы чё? А, ладно, окей. Морд кровь. Ступаем? Я огоним, вы фармливаю, у нас много, да, пассива, я поэтому хочу огоним сделать. Я не на миде пока, ребят. Парни, мы тоже можем в топе подраться, если что. Можем, можем. Вон она, ДБ, с блинком. Это реал морд пушит. Да, да. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Пак, вот это, посмотри на него, у нас есть вижен. Не, не. Вашу верхнюю башню атакуют. Блядь, успел. Койл проебал, койл проебал. Скорее всего, топы нажали, еще сюда уйдем. Идем, идем, идем. Морф пока здесь, фармит. Активка в топе. Они могут смакать здесь, вижу. На нас вот здесь. Может, здесь или здесь где-нибудь. Поставь сюда, сентри. Где я показал. Ага. Пак прыгнул с бизбинка. Это морф. Да, они чейзят вас, они опс вас чейзят. Опс есть, парни? Пара, парни. Опса нет. Морфальника сбил. Ага. Next, 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 мы их ебем, мы их ебем. Вот давай, здесь опс. А, нет, нету, нету. На пизде. Нет опса, нет опса. Достали грипп. Еще Максим, я с тобой, я с тобой. Тавр открываем этот. Тавр долговато пить. Пак на в мид ушел. Не, я не хочу. Хочешь, да? Когда я попукаю, я... Морф пошел, пак ушел, все ушли. Пак, пака я бегу. Охуй. Уходим? С бота. Да, да. Парни, вышки нам вообще бить не надо, я вам так скажу. Мы кнопки вообще не потратили. Ну, парни, у них пока есть, но мы цепляем там пака вот этого вот в идеале. По одному, да, вот так. Играйте. У меня блудторн. Парни, смотрите на пака. Внимательно. Я подсвечу. Блять, вот здесь вижу. Может мне блинк взять тогда, попробовать? Не, это баг, это баг. Это баг визуальный. Слушай, может мне блинк на пака взять тогда, ловить его? Можешь. Но я, мне догонимо касик, я вот поэтому думаю. Я лечу вниз, мы можем сейчас убить чела снизу. Я тут. Аккуратненько. Не пообщаться. Парни, в боте аккуратно. Пак подходит. У меня нету тэпки без меня. А вы можете пешком сюда подойти? Очень долго, парни. Там все, там все. Можете аккуратно выйти? Да. Да, да, все, вышли, вышли, все хорошо. Мне курьер летит, очень было. Заебись. Я руну заберу, у меня гига важен. Мы можем с ними попиздиться. Я экспу возьму, я экспу возьму. Хорошо. Мне 20-й нужен. Только нам нужен какой-то опс, парень, чтобы драться тут. Вот здесь, вот здесь опс есть? Нет, 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 нет. Я рейди, парни, я пиздец позиции. Только чуть кучнее стоим. Парни, парни, парни! Астрал, 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 астрал! Далеко, слишком далеко. Блять, ну. ДБ ловлю, ДБ ловлю, 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 ловлю. Да, Егис выбил, парни. ДБ убейте. Они сейчас сзади будут спаком. Отойдите чуть. ББ.
Выйти. Форс. Есть байбек, но... Надо ничего делать. Пожалуйста, стой, сейви меня, умоляю. Ну, ты видел, у тебя нет другого... Неважно. Я вот тебе просто говорю. Просто слушай. Пожалуйста, стой за мной. Если мы идем в файт, ты обязан быть на реакции за 0-1 меня спрятать. Вообще без разговоров. Мы не поставили сюда варты, я прошу опс поставить. Мы не ставим. У нас есть опсы. У нас нет глипа. Если они, парни, нападают в Сларка, и ты его прячешь на ОД, я их контраинцирую. Они проебывают игру инста, просто. У них должна быть цель, только меня убить, чтобы им файт выиграть. А так бы инста сейвить любого. Я стою в самой жопе. Центральная башня разрушена. Окей, они даже 3 не сломали, окей, ничего страшного. У меня есть шарс сейчас, ваша единственная задача спасти меня в игре, все. Я лечу на них, кстати, Ладно, не лечу, похуй, пока просто бегу. Мы с ними деремся сейчас, мы должны, у нас... А, блядь, день ебаный. На морфелинка. 20-го можно. Можем смок нажать сейчас? Окей. Пойдем куда-нибудь. Топ. Типа под мид под опсом? Вот здесь. Под топ. Вот, пока. Фура летела вот здесь. Мне кажется, на мид-пачке, парню. Пока ты хнул. Че, блядь? Я за Колю. Дари, не все. Все равно пак в боте уже. Он улетел, окей. На мид-пачке, парни. Вот мог сюда идет, вон трой. А, да, вот, реал, без манта, парню. Но с линкой он. Помните с линкой? Сбить линку надо. Гоу, РП сразу, ага. Поднимай на бейни. Дальше, всех. Отменили ТП. Бару ТП. Ага. Пак здесь. Ушел. Да, пак ушел. Пачка пушнуть. Можем мид таур, я могу победить. Огоним 200. Все, ладно, там. На глиф максимум. Надо дальше цеплять, на самом деле, парни, вот этого вот. У Пак до сих пор без диспела, парни, зовут, что умирает, он Кай купил. Да. У него гем. В меди, смотрите. У Пака? Окей. Да. Т2 надо сломать, стой за мной сейчас. У меня ТП будет на топ, я просто полечу фарм. Там ДБ без байбека, нам следующий рошан ночной, надо будет обязательно драться. Обязательно. А, господи, дерёмся? Дайте одну клипочку. Я улетел в топ. Можете на него. Я вниз улетел. У меня дагер будет на позицию. Мы идем в спину ему, нет? Нет. Он сюда куда-то пошёл. Вы можете на ДБ нападать всегда, парни. Аганим есть. Я стакаю. Все хватить. Я стакаю. Стакайте. ДБ тут. Так, я под низ играю. А, смотри, они все перемещаются под низ. Будьте аккуратны. Парни, идем вниз с ними драться. Если они идут линию пушить, идем с ними. Может даже Бейн подставится. Подойди к ним, Володь. Я мид сам распушу. Играйте вчетвером. Не разделяйтесь. Парни, не спешите только. Даже на Сларка дождаться обязательно. Нет, вы можете начать без меня. Я подойду. Баратрун далеко. Я под типа дурачка делаю. Я с дагером, но оранжевую. Они скорее всего знают. Да, они идут, парни, идут. Бар внизу были. Они что, меня разгонят? Мне кажется, они меня разгонят. Не, пак далеко, не будут они ничего. На варды идти, да? А так здесь, парни, кучнее. Он идет, есть варды, кстати. Друг есть варды, оставьте себе. Бежит? Бара? А, в крипов. Они все, и пак там. Давайте они туда встанем, туда встанем. Самел. Война сейвить, если что. Я пошел. Надо в гейт. Так, подожди, гейт, и надо там играть уже. Можем туда полететь. Гоф-топ, да, вместе, стоп. Я прилечу обратно, Летим. Ага. Блин, не очень пойду. У меня будет фокс, меня надо подсевить. Есть, выйти. Без байна, тяжело, надо выйти. Выйти. Над меню? Нет, не. А, меня видно почему? А, в меня дух летит, я понял. Я дух летит, да. Более-менее, ДБ без бая, парни. Сейчас ночь, мы спокойно подеремся. Я могу чезить или я? Нет, не буду. Что, потоп, парни? Они не могут. Да, распушить на эту пачку и метов. БКБ все отлично, пачке, все равно отлично. Нам просто надо пока курсу ставить. Не трать-то курсу на этого чувака, на баре. 100%.
Мы сейчас в топе деремся, пацаны. Пак с активкой какой-то. Фаллотус улучшенный. Шардом. Меди аккуратно смотрит, напасть. Подверг, стрейтесь. ДБ нет, 40 секунд еще. Парни, подверг гол. Они ночью забирали Рошана. И он уже апается. Я мне сюда надо контролить нажимаю. Зону. Подойдите. Да, да, да. Нужно сюда подойти. На ОД, на всех. Вова, нажимаем? ТП. Ты можешь нажимать, я буду пачку лука и ТП. Володя, да, но ему на пачку отпущу. ТП жмет. А, грим. А, просто телепается. Куда-то. Он наверх телепается, сюда телепается. Будьте еще. Готовы. Вам надо оп в центре сюда, и мы здесь тоже. Стоим. Оп, сюда, сюда прям. Прям сюда. Они прям сейчас без ДБ. Они без ДБ сейчас, мы сильнее. Пак на мне. Спрятать нету? Мор под луторном, он всех уярит. Он умирает. Да. У меня нет ТП, я не могу байбек нажать. Я отошел пока. Я вышел с даггера, я еще живу. Байбекайся, Бэйн, и лети. Или пешком беги, нет. Как хочешь. Нет. Один удар по бариту. Я дальше могу. Нет, ладно. Байбек бери. Подвоедем чуть. Марфа нет, парни, мы все еще сильные. Я сильный, просто подсейвите меня чуть что. Будет чаржа через бару, Сайленс. 15 секунд, подсейвим, можете 15 секунд чуть назад, назад уйти? Нет, я буду байтить. На что? 9 секунд до меня. Все окей, я могу бить. Там Марфа нет, парни. Все, богу, погнали вместе. Купи дайгер, наверное. Как деньги будут? Нормально, мы можем в них пойти. Можем, можем, можем. Гуд смог, нажмем вниз. Я, короче, все, шкирюсь, меня это убивает. Парни, он там, там у вас, ищите, ищите, сварка. Ой, блять, этого. Там моб стоит на линии. Я его сломаю сейчас. У нас верно сейчас. Вот здесь, убью. Вот здесь, в углу. Блять. Он тыпнулся или да, что? Тыпнулся. Да, окей, за, убиваем, все. Я сбиваю и убиваем. Я тоже стою, бью, да? Он мог на Т1 тыпнуться. Нет, ты... Шарви, давай, давай. Бей, бей, бей на ОД. Штеблатор, най быстро. Морф на миде. Быстрее, быстрее, быстрее. Бегут, 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 быстрее. Хорошо. Убиваем, убиваем их нахуй, что они делают? Не вижу. Сыр волоть, сыр волоть. Давай, давай. Не забывай мне эмпауэр обновлять. Я обновляю. Можно потом этот разговор разобрать спокойно. Да, да, да. Честно, их пачкой в миде, но... Предателя они своего забирали, нет? Можем держать их забрать. Нет, есть у них дырка там. Мид, мор. А, это кончилось иллюзия там что-то. Терзать будем бить? Потом терзать. Вначале глиф, парни, потом терзать. Они не будут глиф жать, у них Т2 уже нет в миде. У нас 15 секунд до бар, мы успеваем. Лично. Я улетел на низ, надо убить 10 героев. Летите кто-то один линию пушить. Я пошел в них уже. Надо нам всем тогда, парни, с базы уже. На через минуту ТП. Да с Ларком. Он вот здесь, блять. Я лечу. Нет его там. Он остался. А, ну ладно, может он ТП нажал под эти. Мне дорезся быстро. Мид отпушиваю. Руну может быть или забрали. Мид отпушиваю, рядом держись. Нет, может быть, да, я возьму 25. Еще один создатель есть. Да, можем забрать в любой момент. Тут все еще возможно опс. Пока по себе взять сейчас. У нас тоже знаете, да? Пока пятером тут. Нету, нет. Войдем тоже. У меня будет мало хп. Я похерю тебя. Тебя спрятать? Торн ему дай. Торн, дай терзателю. Все отлично. Я без хп. 5 секунд, парни, я могу всех захилить. Только надо не умереть сейчас. Так, чё, куда идем? Какой план? Пока у дохилю, аккуратно. Мы у нас ночью, у нас и есть. Мы можем вообще по флаг карте бегать. Пак, я откали. Мне видно было. Мне кажется, тебя видно здесь было. Чекни еще раз. Шмотки хочу, попробуйте шмотки. Поймать. Беру гем. Да. Да, можно. Да. И не было, как оказывается. Мы можем еще пофармить, парни. Нам не обязательно так, как в цыгане бегать, типа. Ну,
Нужен кол, что все, расходимся, фармим, что делаем? Там барапак и ДБ, они могут на большой части карты. Да, да, любой части карты. 4 плюс 1, ну гоу, я не знаю, Т2 тут нет, гоу зафорсить на базу. Возьми на плейлист, наверное. Я хочу их зафорсить на базу, за мной особо не идите, если я подайвлю. Вам надо... Хэгэ пушится на фоку, я пойду им бить хэгэ. Вот здесь вар где-то, я не понимаю. Меня увидят, если... А, все видим, парни, нормально все. Я бегу, можешь курсу даже, да, по сапам сам бегу. Можно еще раз на вижен зайти, могу курсу дать как-то похитить. Давай, давай. Пак в топе вообще. Он пошел в дизайн, делается. Парни, парни. Это он на меня бежал, по-моему. Парни, меня подсейвить, спрячь. Двигайся, я выйду, двигайся, лагера. Двигайся. Ага, хорошо. Все отлично, парни, так вот надо. Арбы нет, 5 секунд. Можем убить их сейчас. Нормально все. Смотри. Не можешь, не можешь. Окей, окей, заебись. Меня убили. Нету. Ладно, я ухожу. Блять, я не уйду. Шпак умер. Уходим, уходим. Я ушел, все окей, бэк. Бэк, все хорошо, нормально. Я их еще выебу. Сейчас. Я их сейчас еще выебу, нормально. Спец реагировать, сорен, значит. А ты о развороте помнишь, Максим? Да, я не стал развернуть. Ему БКБ бы надо, чтобы не давали сал, там сал надо. Айги 45 у нас еще. Они сейчас хотят. Ой, купили инку ебаную, и все, игра закончится для них. Так там вам АУЕ сало пака был. Да, у меня БКБ падает, так, меня убивают, так. А, это верно, попутал. Ты можешь пока стрелять бомб. Он с кондой, да? Ты убивает. Да, там баттерфляй, там все хуй. Ну, у нас два бутерни. Да. У Грима Гвоздь появился. Это по время БКБ его не убить будет. У Барыша дубле. Надо подольше файт подыхать. Да. Мастер на ДБ. На тайме сайт. Да, давно уже был. Окей, мне нужен главный бой. Самое опасное для вас, кого мне РПшит, прям контролит за миссию. Не просто так... Марфа, нет, Марфа? Да, Марфа, да, его как будто. Окей. Там его... Я в него ультану, по идее, хули он сделает. У него... Главное, да, блин, у него ультани. Да-да-да, ну, естественно, первый. Но там третий. Могут снять эту ульт. Они в мини, по-моему, хоть что-то нажал. Ну, Байн 14. Пак без стрелов. Ну, пак они джиги. Да, да. Ага. Так спарежит, пак без стрелов. Смотри, главное меня подсейвить, и чуть что, у меня байбек да, есть, да. Но... Тебе важна экспа, Максим? Вот, вот этого надо убить. Смог на него и убить его нахуй. Да-да-да-да-да-да. Ага, ща возьму. Проверю. Я подхожу, мужики, бегом. Предлагаю ну, съесть где-то скажу, вообще очень сейвово до ночи, до 45-й. Зачем нам бегать днем? Поставим сейчас здесь. Я не хочу, чтобы нас аутфармили, я не хочу этого. Надо какую-то зону, парни. Парни! Пара? Подсейвить меня. Меня подсейвить. Я сдох. Я тебе, блять. Я себе шар дал. У вас баев нет? Нету бая, нету бая, давай идти, парни. Беги, двигаться можно. Ага. Все, парни, просто... На старке, если выживешь, отлично будет. Нет, я не выжил. ДБ. Блять. Ой, по... Мы можем не подставляться, пожалуйста. Они с мака пришли. Нет, там чардж был, ну, просто так. Чардж, можем, можем РП, я байбекнусь, если чё. Ну, парень, 40 секунд меня взяли. Можно его вывести на РП, слышишь? Я собью линку и ультану. Это надо делать. Давай. Все, Грим может снять РП. Парень, вывезли морфа. Да, да. Контроль, хвати, контроль. Хвати. Ага, хорош. Добить. А как он так сбил? Третьим скоро у него диспел. А, понял. Вот здесь вард ебаный стоял все это время. Поэтому вот, надо проверять все всегда. Два варда, вот здесь тоже. И надо, чтобы у нас у Дэнни стоял, блять, с ПВАх циверной. Или чтобы вы спрятали бару, вот когда так у вас бара бежит, просто прячете. Видишь, неожиданно,
Не, ну бар увидит, я не могу... Не, ожидаемый, я говорил, что там... Ладно, неважно. Ночь, Рошан. Сколько у вас по баям? Мне надо фармить. Нет, у меня нет. Три потратил. У меня есть бай. Гоу, сверху сейчас займем территорию, я там заваржусь. Встанем уже заранее туда, 45 минуты. Во, парни, в топ. Да, только надо опять же поймать вард. Так, ребят, я там буду через 20 секунд. Через базу иду. Я пытаюсь вот нафармить рефрешер. Вставайте туда, я сейчас в гейт зайду просто. У них опять же нет грима. Там уже пак стоит, я не могу пройти без вас. Пак у нас. Прямо далеко. Без боковой он. Заебись. Не иди на АД, пожалуйста. Ты несколько раз уже ходил, так первый. Стой всегда за кором. Вот смотри, на него напали, он сейчас сдох. Да, если я сейчас без бара. Зачем ты туда ходишь? У меня варды есть, я ставлю варды. Просто стой, вот стой в ранже своего с этого. Своего астрала. Вся задача. Надо вот эту хуйню. Если Макс. Отъебем. Если Макс Грима убьешь, ну, как-то выведешь, убьешь, мы, получается. Угу. Я ультану в этого смогу. Нет. Ну ладно, на всякий. 10 секунд остров. Парни, я могу вывести кого-нибудь, если вдруг здесь появится. Бля, они варды наши сломали. Старт, смотри. Не, мы без вижена, нам нельзя в тени идти. Бара. Они боти хотят, ребят. Проблема в том, что он ДБ низ пушит. Да, Рошан опустит. Есть, да, Рошан? Надо встречать будет. Я начну бить. Я спрятался, я не могу. Это... Я Некс накинул. Они ошибаются, они ошибаются, парни, они отдают. Иллюзия скрылась, это две иллюзии. Возможно это, нет? Вот, идет, грим. У меня бар зачаржил, меня взорвали. На меня. У меня нет бая, парни. Надо выйти, кто может. Я базу дефи. Ебать. Да, они меня прям ищут. Так, у нас РП нет, да? Ну, ничего страшного. У меня будет Аегис. Суки, в каждой игре меня хейтят, блин. В каждой. Ой, ты видишь, что тебя скаутят? Вылезай сразу, вылезай. Я один побью, они на меня забайтятся, мы выиграем файт. Не стой, не смотри на них. Нормально, у Бэйна есть бай, мы их отдефим спокойно. Вот сейчас пойдет этот морф на ХГ, я его в рот выебу, парни. Все хорошо. 30 секунд, парни. На стороны так прийти. Там может быть еще глиф после тавра будет. Вывозить. Нажимаю? Я не буду ничего ждать. 20 секунд до меня. Не ворчу. Отлично. 10 секунд до меня. Угу. Будет глиф у нас после вышки. 9 секунд, не спеши. Вашу верхнюю башню. Сбил линку, Марфу. Есть ульт. Марфа можем просто вывести. Он опять же умрет. Первый раз точно. Смог меня возьми. Смотрите, можем. Они хуйню идут. Они, да, зрелись. РП 27. Морф, настоящий, да. Я его вывезу сейчас. Давай. Отсвечиваю. Нет. Быстро очень. Меня могут убить сейчас. Вижу поставил. Отвижу. 6. Сыграем. 25-й нужен. Рефрешер откатится, мы будем очень сильно. Не настоящий. Они в смоке, кстати, смоке. Если кому интересно. Базе свой. Не, мы можем здесь драться, почему? Наш вишен, все отлично. У нас байф просто нет. Ну это тоже. Можем базу дефать. На самом деле с магнусом чего? Просто вообще подо мной стойте, чтоб меня не ёбнули. Все. На удастся сейвис, Ларк, главное.
Просто говорите. Мы можем в топе подраться. Можем. Но через базу, через базу, парни. Это настоящий. Вот можно его вывести спокойно вообще. Это у нас вижен, у нас вижен на ХГ, у нас вижен на ХГ вот здесь. Сзади, сзади нас стоит. Я вывезу, но Кирилл далеко, он не подспал. Да, я супер далеко буду стоять, они чейзят меня каждый. Ну мало ли. Можем вообще поставить на самом деле бай подождать. Да, я пофармлю 800. Фармлю тоже. Я могу, у меня тоже бай скоро, кстати. Мне тяжело очень заходить на ХГ, если кто-то будет 50 минут, а будет там ренджа у меня. У нас попки сильнее на файте, если на базе. Ну, а если нажмем хоть раз, да, согласен. Ваши верхние казармы атакуют. По книзу, Ибер далеко. Лени ебаный. Так, ну я беру, наверное, уже 3 секунды финсгриппа на 25-м, да? Или диспелят все равно. Сап, как хочешь, как хочешь. Ну сап имбовый, но у меня фокус. Не, на самом деле нет, мне кажется, сап уберешь. Потому что мы и так-то за твою бутылку бы-то убьем. Только она. Спасибо. Если ее не снимут. Да, ну, да, да, ее и так снимают, поэтому да, похуй, бери сап. Сап сильно. Сапом ты будешь вообще неубиваемый. Не, ну как сап неубиваемый? Ну я прыгаю в пак там с гримом. Какой-то надо, да. Да, да, да. Этот. Курьер сил тьмы был убит. Внизу пушит. Самим смог нажать, конечно, когда у них Аегис кончится. День сейчас. Внизу прям все, короче. День не день, на такой стадии тоже не решает. Он не брал, он что ли нашел? Таланта нету. Он арбор брал на талант. Да? Окей. Тогда ладно. Не думал, что есть один человек, который это делает. Тарел? Сбил. За слип, блять, ебать, мы ему даем бить. Нет, слип у меня в мелиде дается, зачем? Я имею в виду, что это ты слип потом. А X30. Хотя сейчас Аегис что-то делать, посмотрим. Не успеваю. Мы тебя забрали здесь. Я с баем хотя бы. Я тоже. Я тоже с баем. Ой, 55. Парни, я хочу базу отбить сейчас и нажать смог. Есть у нас? У Морфа Блоторн. Аккуратно на сларке. Блин, надо, чтобы кто-то пизданул грима, а я бы Морфа просто ультанул. На курице. Было бы идеально. Но мне бара плюс ДБ обычно жду до конца. Некогда. Смоки есть? Бля, вот этого бы убить, ебаната. Дайте мне сейчас поотбивать, 500 я БКБ куплю. Нету. Байбек у меня все равно. А, есть вижен, где-то вот здесь, возможно. Мне кажется, не понимаю тут пока. Нет, там, не там, вроде не там. Мы очень зажаты, нам нельзя так на байбек. Блять, я случайно. Они там у нас РП нет, да? Я видел. Ничего страшного. Я у меня рядом кнопки варды. Ходи, Макс. Ну не ты, а который. На паке. Двести БКБ. Пауэр нужен. Одну пачку мне забрать, будет БКБ. Вот следующий подойдет. У кого откатились? У всех, кроме Бэйна? Да, у меня а байбека не будет. Напоминаю, что там койл пака, типа он в БКБ работает, поэтому смотрите. Я туда не пойду, смотри, я сдох. Здесь вижен, если чё. Подойди на ОД. Вот здесь вижен прям. Вот здесь вижен. А, нет? Что? Сломал, ты сломал, все, вижу. Крипы били. Я байбек ставлю, а потом... А, мне еще 1000, я куплю дисперсер. Мне тоже, кстати. Здесь вижу, по-моему. 55-58 еще раз. Нам надо, парни, задевардить, если что. Задевардить, парни. Они сейчас в разных частях карты играют. Ну давай, я захожу, я сейчас пойду деварить. Смотрите, смотрите. Давай, давай, может, ты не дай центре. Ладно. Похуй. Это... Мари, смотри, смотри! Блять, ну нажал. Ты чё? Блять. Ну ты чё?
Он прям по тобой оказался, я на него нажал. Ой, блядь. Нет байбека. Ой, блядь. Есть байбек, все нормально, подожди. Надо сейчас разыграть байбек. Надо через верх лучше нажать. Постараюсь через курсор убить кого-то. Парни, вы видите, умоляю. Короче, мы сейчас, вот я, блядь, ресурс или баюсь по ситуации. Вот, зашел. Блять. А почему ничего пойми, не начните, разбили-то? Начните, пожалуйста, без почему-то. Меня бьют, вперед, 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 вперед! Сопел Эна. Я нажал на тебя, ты живой. В этой хуйне стой. Опыт нет. Хорошо. Первый. Армия. Морпай нажал. Меня убили. ДБ нормально, потом. Сейчас. Фак есть. Беги. У меня нет байбек. Я морг бегу. Морг бежит в бая. Бара может меня чаржить. Нету, да? Окей. Морг там потратил. Бара может чаржить меня сейчас в базу. Аккуратнее сейчас играйте. У меня нет бая. Здесь вижен. Здесь вижен прям. Здесь вижен. Бара бежит на меня. Вон бара на меня бежит, видите? Все. Да, вижу. Тяжело, чат. Тяжело, пиздец. Фак с баем. Три бая не нажали. Байна дождался. Курсат 40, курса важно. КБ тоже 40. Я хорошо не знаю. Не показывайся на удачу, 100 курсов. Рейндж очень маленький. Рейндж очень маленький. Я тебе скажу. Сейчас, конечно. Рейндж вот этого, вот этого. Парни, парни, что это за хуесос? Отойти, отойти, чуть-чуть выйти, чуть выйти. Не можем, да? Меня хотят. Айбек будет. Меня оборот. Да, я умер, похоже, да? Там, может, нет? Нашел? Нет. Ладно, КГ. Не-не-не. КГ. КГ. А, мы пытались. Хуже играем. Ничего не поделаешь. Я, кстати, сейчас пытался нажать через верх. У меня была кнопка заблокировать. Это мед стоит, что у тебя помощи нельзя нажимать. Я хз, почему я сверху не могу навестись. А, нормальная была. Через иконку я не смог навестись. Не, НТ. Там я не скликнул Варфада, потому что он сверху оказался. А сейчас пытался тебя через верх, у меня была кнопка заблокирована. Я хуй почему, не знаю. Ну, было заранее через верх травмить, конечно. Да нет, я тебе говорю, прям сейчас. У меня одна секунда КД, я последний момент хочу нажать, и там такой значок блокирован, и не жмется. В конце самого. Ладно, нормальная игра. Ой. Нормальная игра была, нормальная. Конкурентная. Да. Всегда хочется выиграть, конечно. Да не, я говорю, просто, ну, хуже играем, ничего не поделаешь. Бывает, бывает. Ну, вроде достойно. Нормально, мне бы не понравилось. Так, ну что, мужики, спасибо вам, я погнал. Мне надо да, спать было. Спасибо за игры, парни. Спасибо. Все, давайте, сильно не расстраивайтесь. Чуть хуже, чем хотелось, но все равно. Нормально сыграли. Все, давайте, мужики. Давайте. Конкуренцию навязали. Да, давайте, увидимся. Так, чатик. Ну что, мы еще поговорим, как я сейчас перезапущу трансляцию. Ну, наверное, так и сделаю. Все, перезапускаю.